Я говорю ему, ты должен. А он мне отвечает, я никому ничего не должен. Вот о том, кто кому чего должен, ребята, мы сегодня поговорим. Поехали. И когда я говорю о долге или задолженности, я не имею в виду перед кем-то, перед какой-то персоной. Я имею в виду перед самим собой. Ты имеешь долг, обязанность перед своим телом, которым тебя наградила твоя мама в день твоего рождения. Потому что твое тело эволюционировало, создавалось природой, тысячелетиями адаптируясь к нагрузке. А какой нагрузке мы подвергаем наше тело в условиях современной культуры? Правильно, ребята, никакой. Вся, мать ее, современная культура построена вокруг создания такой мягкой зоны комфорта, в которой ты существуешь и просто чувствуешь себя классно, тебе не хочется из нее выходить. Там пиво нальют, там телевизор покажут, тут пожрать сладкого дадут. А глядишь, если зайдешь в правильное место, так еще и пожрать накроют за пару минут. Вот эта зона комфорта, из которой так легко, мать его, вырваться, и аргументация нахождения в ней находится абсолютно разная. Я зарабатываю деньги не для того, чтобы поднимать тяжести. Я хожу на работу, и после работы у меня просто не остается времени. У меня дети, у меня семья, у меня пятая, десятая. Все это херня. Ты обязан не кому-то объяснять, почему ты нихера не делаешь. Ты обязан не кому-то объяснять, почему ты умер в 50 или в 45, почему у тебя онкология или почему у тебя остановилась поджелудочная железа. Ты никому не обязан это объяснять. Ты только самому себе объясни, детям своим, почему у них не стало близкого человека. Почему их близкий человек, мать его, сука, сидел на диване в то время, когда он должен был бегать, заниматься и отдавать долг своему организму, чтобы жить. Чтобы дарить информацию, любовь своим близким и окружающим. Вместо этого ты просидел, торчил, извини меня, на диване расслабленный и сдох тогда, когда ты мог прожить еще лишних 30-40 лет. Это твоя обязанность. Человек, который хочет заниматься, а поверьте мне, я знаю много людей, которые хотят заниматься, но не имеют возможности. У них нет денег заплатить за зал. Они дома отжимаются на стульях. Они дома отжимаются от дивана, и они выходят на улицу и подтягиваются на турнике в минус 15 градусов. Человек, который хочет заниматься, делает кардио по 10-этажному дому, приезжает в другой район и ходит по ступенькам, потому что на проходной немножко теплее, чем на улице. И если у тебя есть деньги для того, чтобы оплатить вход в зал, у тебя нет оправданий. У тебя просто нет оправданий. У тебя есть только одна огромная ленивая жопа, которую ты обязан поднять и идти работать ради будущего своих детей и ради своей семьи. Иди и делай.